В этом мире тесно не только живым. Мини-рынок на Ленинградской известен низкими ценами и теснотой. Сейчас здесь только торговцев около сотни, а уж посетителей никто не считал. Как нам стало известно, в городской администрации согласован проект расширения территории мини-рынка почти вдвое. При этом главное опасение, что торговля таким образом влезет на могильные плиты близлежащего Неглинского кладбища, как нам объяснили авторы проекта, несостоятельны. Проверяли, не проверяли, но могила, я знаю, что кладбище идет вот за теми-то полями. Вот это я еще помню по детству, когда копали вот раз, вот там вот кладбище. А если так взять, техникум стоит тоже на кладбище. Техникум стоит на кладбище. Вот это вот здание стоит на кладбище. И оно разрешено. А с деревьями что будет? Деревья это они будут огораживаться, они никуда не спиливаются, они как-то будут как зеленая зона. Это... Никаких. У нас, видите, как были вот деревья, так стоят, мы их не трогаем.